Внимание! Говорит и показывает Совалмаш. Экстренное сообщение. Сегодня, 20 мая 2021 года, я от лица руководства компании Совалмаш вынужден с прискорбием сообщить. Прием заявок в капсулу времени прекращен. Планируемая дата закладки капсулы 25 мая. С чем всех и поздравляю. А теперь слово ведущему Александру. Собственно, здравствуйте. А теперь здравствуйте. И снова здравствуйте. Ну, на повестке дня сегодня, опять же, новости компании. Часть новостей вы уже услышали, но отвечаем на ваши вопросы. Ну да, вопросы. Поэтому оставляйте. Будем вопросы, вот сегодня вопросы, да, вопросы. Опять занимаемся с компанией, которая обращается к нам якобы с разработкой и повторяется старая песня, как вот в той поговорке украинской. Одно дурне поехало в турне, проехало с турне, все ж таки дурне. Говорили, договаривались, и тут заявляют. А у нас тут есть суровые челябинские мужики, у которых гениталии чугунные даже. Да? Вот говорят, что у них есть отрицательный опыт работы со славянкой. Да, у меня отрицательный опыт работы с жителями Таукиты. И что? Такие скоты успели уж где-то нажраться, да? То яйца, то вновь растворятся, как говорил Высоцкий. Вот, но тем не менее возникает вопрос. Ребят, вы что, дурные или тупые? Опыт с чем? Как? Что делал? Куда делал? Зачем делал? У нас есть опыт такой, что вот один товарищ, он 30 раз, с 30 раза только правильно намотал. И что? Вообще, это чуден этот мир. Я не знаю, либо дебилизм прогрессирующий, либо вот как Задорнов говорил про американцев, они же тупые, да? И с легким паром Ипполит, то, этот самый, говорил, да, Женя Лукашин, ну какой же ты тупой! Вот, по-моему, мы тупые, отупели уже до такого состояния, что мы не знаем, как проводится работы и так далее. Тем более, что предлагалось следующее. Берем двигатели, два двигателя, тестируем, проверяем, снимаем характеристики, потом один двигатель мы перерабатываем, ставим и опять снимаем характеристики. Нет, блин, выпал. А вот в челябинские мужики суровые, там у него отрицательный опыт. Дальше что? Ну, подошел к девушке, попросил. Говорит, проходила, она стояла, попросила, она дала, коромыслом закружилась голова, да? Тоже же опыт отрицательный, но у другого положительный. Дурдом, да, восходящее солнышко. Вот мне интересно, мы когда-нибудь из этого дурдома выкарабкаемся? Или так и останемся в нем? Или вот дошло до того, сейчас ввели углеродный налог, углеродный след, там Россия с 23-го года начнет выплачивать дикие миллиарды долларов. Минэкономразвития в Академии наук запросила информацию о существующих проектах. Они говорят, а уже ж не маж по сижур, да? Нету проектов, да? Нахрена деньги ели? Зачем это самое? Но дело в том, что, как это ни странно, мы со своим проектом заходили в Академию наук, встречались, ну, не хочу называть имена столь заслуженных, именитых людей, первых лиц Академии наук, да, которым докладывали. Но их, по-моему, в тот момент была весна, больше интересовали, я как полагаю, дачи. Ну, допрыгались. Да, вот сейчас стоит вопрос, а что же дальше-то делать? Ответа нет. Ну, хорошо, хоть сейчас перестали называть наши партнеры, да? Хотя, если посмотреть вот времена, Первая мировая война, нулевая, Крымская и так далее. Что делали Соединенные Штаты? Да тоже то и делали, да? Что и во время Великой Отечественной войны делали, и сейчас делают. С какого бодуна они вдруг стали партнерами? С какого бодуна они стали коллеги? Противники, да. Идет конкуренция, идет борьба. Что еще хотят? Дикий капитализм. Что вы хотите? О чем вы собрались договориться? Договориться можно только с позиции силы. Мужик, купи кирпич. Все, других аргументов нет. Вот когда наконец-то услышал прекраснейшие вещи, да? Консульство в Свердловске, ну, сейчас Грекотенбург, Екатеринбург, вот.
Да, выдворили, да, там где 800 этих самых шалопаев американских выставили, которые там все пытались организовать республику уральскую, там еще что-то, ну, поделить на части. Ну, наконец-то выдворили, сколько можно было терпеть. И вот этих лястов, которые там читали лекцию, да, теперь сказали так же, как и российский преподаватель, на СПИД, на гепатит, на наркошу, ну, и вот психиатра, да, а теперь еще и подтвердите свою квалификацию. А до какого только сброда тут не бегало, и что они тут только не читали. А потом вот эти вот начитавшихся этих курсов, насмотревшихся, да, потом говорят, а у нас отрицательный опыт. Да откуда же у вас будет положительный опыт, господа хорошие? Вот поэтому в контексте всех этих событий, положительно, которые, я надеюсь, положительно скажутся на климате в стране, на психологической атмосфере, потому что уже ну достали же эти читатели. Как посмотришь, что пики-вайкини-нини, это еще какой-то ушлепок, да, который учит жизни. Ну, там нафиг никому не нужен, да, приперся сюда. А денежки-то идут, платят, да? Ну, еще бы этот, вынесли бы туда Ельцина куда-нибудь на помойку. Ну, было бы вообще замечательно. Хотя бы была бы четкая определенность в этом плане. И тогда, я надеюсь, ну, двинулись бы проекты, и двинулись бы очень хорошо. Но, тем не менее, мы с нашим проектом не ждем ни поддержки, ничего, потому что, как говорится, лишь бы не мешали, не помогали, лишь бы не мешали. И задачу по снижению углеводородного следа, выброса в атмосферу, там, по ЦО, мы выполним. С государством или без государства. Скорее всего, без него, да. Лишь бы мешало поменьше. Ну, выполним. Потому что интерес больше предъявляет западное правительство, администрация других государств, нежели российское отечество. Ну, как говорится, в своем отечестве пророков нет. Почему? Потому что ну, дофига челябинских мужиков там с чугунным, ну, чем-то, куда-то как-то, да, с отрицательным опытом, да, и так далее. У них один только опыт положительный, это метеориты, когда летают. Не хочу оскорблять челябинцев из-за одного засранца, извините меня. Потому что, ну, ежели ты ученый или ты вообще инженер, да, ты должен понимать, как это делается, как проводятся эксперименты и так далее. Потому что вот я рассказывал же про эксперимент там, Василия Ивановича с Чапаевым, да? Да. А все задавали, а зачем этот самый таракан-то? Ну как, ну для закрепления результатов. На мухе получили, муха оглохла. Надо на это самое, на таракане. Правда, Василий Иванович на таракан, а Петька предложил другой объект, на котором проверить Фурманова. И это более правильно. Юмор юмором, но сегодня пошутили немного. Но 25 числа будет, планируется проведение закладки капсулы времени. Приглашены определенные лица в соответствии с протоколом, потому что планируется участие иностранных гостей, в практике делового этикета, когда присутствуют иностранные партнеры, коллеги и так далее, обязательно приглашаются и соответствующие местные товарищи. Вот, ну, посмотрим. Я думаю, что отчет будет в этом мероприятии, видеоотчет. Количество приглашенных на мероприятие ограничено, потому что надо понимать проблематику проведения таких мероприятий. Вот. Ну, отчет будет, покажем. Ну, я надеюсь, что к началу этого мероприятия на площадке у нас за эти дни еще больше изменений произойдут визуальных. Потому что да, двинулось. Сейчас, конечно, легко и просто отчитываться о проделанной работе, потому что очень много наглядной информации идет. Это, как всегда, вот, тяжелее рассказывать о проекте, когда ничего не видно, да, когда это документы, бумаги. Самое тяжелое время, самое неблагодарное время. А сейчас что? Ну, когда металлоконструкция есть, бетон есть,
все сделано, проект, все согласовано, все двигается. Все это красиво. Но тяжелее всего, так как и изделие, когда делаешь, это скомплектовать все, собрать до последнего винтика, болтика, гаечек и так далее сделать. Да, ответственность очень большая в этом вопросе. Поэтому ждем приятных, интересных новостей. Для того, чтобы они были, мы сделали все, что надо было сделать. Я думаю, что очень хорошие новости. В принципе, они наглядно показывают то, что рабочие процессы действительно кипят, причем по разным фронтам и по разным направлениям. Да. И вот та подготовка, о которой вы сейчас говорили, как раз-таки и сейчас получила подтверждение своей высокой квалификации, скажем так. Потому что если бы она была осуществлена неправильно или недостаточно, я думаю, мы бы сейчас не смогли наблюдать за тем, как быстро развиваются вот, строительные работы. Ну, в принципе, даже подготовка мероприятия по закладке капсулы, она показала все ошибки, недочеты, просчеты, которые были допущены при формировании информационного потока. Очень. Потому что первые же информационные листки о нашем предприятии при поиске информации, как вы сказали, в открытых источниках, дали столько негатива. Столько негатива. Страшно просто было смотреть. Хотя, когда был задан вопрос, хорошо, это вот про нас, но вы же посмотрите, про Россию, про Путина, что пишется? Рассказывают, убийца, да? Uh-huh. Замков понастроил там. И как сейчас, значит, чего вы не это самое, да? Вот если аналитические записки, то другие составляете, ну, почему? Потому что вот та байда, которую там блоухеры там и журналисты, и журношлюхи, потому что есть журналист, есть журношлюха, есть журналист, а есть журноглист. Не надо путать это. Что они там бодяжат, это одно дело. Но открытые источники, ну, вот есть реестр субъектов предпринимательства Российской Федерации, юридических лиц, есть судебные решения, да, открытые судебные дела, которые вот, пожалуйста, потом есть очень много сайтов, где находятся данные по судебным приставам, по исполнителям там, и так далее, и так далее. Вот где смотреть. То же самое есть данные, где ресурсы, где размещаются отчеты налоговых органов, где балансы выкладываются, декларации, где аудиторские заключения аудитора. Вот это открытые источники. Вот они, это открытые источники. Но вот это балаган, который там фигачит, кому не попадя, да, это не открытый источник. Это нечто другое, совершенно другое, да. Потому что каждый изгаляется как может. Потому что, ну, скажем так, если это открытый источник, где там достоверная информация, там, и так далее, и так далее, там бы вот за то, что они нафигачили, они должны были принести извинения, либо исправить. Ничего ты не сделал. Ничего не сделал. И эта информация не соответствует действительности. Но когда люди этим пользуются, у меня недоумение, вы, ну какой же ты тупой, и кто тут тупой? Американцы, да нет, они молодцы, они вон гнобят как хотят, да, в баранья рог. Нам еще аукнутся все вот эти вот вещи. Киргизия, заваруха, была-была, Нагорный Карабах, заваруха, заваруха. В Беларуси, что затевали здесь, сколько можно сидеть, молчать? Ну, наверное, же меры надо принимать. И то же самое по наведению порядка. Но люди, никто за нами вот это дерьмо, которое мы тут расплодили все вместе, чистить не будет. Поэтому в интернете дали бы по соплям, извиняюсь за выражение, всем этим, кто занимается такой фигней. Да и все. И попритихли, потому что если ты хайпануть захотел, ну хайпуй на чем-нибудь другом. Ну нельзя же гадить у себя в стране. Как непонятно. Это насколько надо ненавидеть страну и все, что в ней происходит, чтобы вот таким дерьмом заниматься. Вы посмотрите, у американцев, чтобы они что-то делали подобное. Или у немцев, или у японцев, у китайцев. Да не в жизни-то.
А вот на самом деле, на сегодняшний день, если мы говорим о создании проектно-конструкторского технологического бюро, есть ли другие компании, которые осуществляют подобную деятельность, разработку конкретных разных двигателей под нужды потенциального заказчика? Это, может быть, и есть, но, наверное, дико засекречено. Вот. Очень сильно засекречено. Но меня другое вот беспокоит. Почему в традициях, в русских традициях, гадить под себя и у себя дома? И своих же, да? Очень хороший вопрос. Ну, это как анекдот, да, опустили, там, вот, в экскурсию в ад приехал. Те заварено, котел заварен со смолом. Тут кто? Армяне. А что? Да это ж такие, говорят, не дай бог. Там к цепями закованы. Это евреи. Один вылезет, всех вытянет. И стоят открытые. А это что? А это русские. А что? Да, или, не дай бог, один полезет, говорит, остальные утопят. Тоже утопят. Подожились, да? Кошмар. Но надо отдать должное, что не все потеряно, потому что очень много людей, которые поверили в проект, вложились в него. Поэтому вот то, что эти люди есть, они есть, оставляет надежду, что еще не все потеряно. Ну, на том стоим. И стояла земля русская. Да, и ведь людей таких немало. Немало. Но они, их не видно. Потому что вот это дерьмо, оно там сверху плавает. Поисковик нажал, поплыло. Поплыло. Волна прям захлестывает. А эти люди глубинные. Они там не плавают. Так что как-то так. Да, ведь опять же можно сделать вывод о том, что, как правило, умные и расчетливые люди не всегда оставляют свои мнения в комментариях или еще где-то. Не к тому, что тот, кто оставляет, делает это неправильно или не должен это делать, или это плохой тон. Нет, наоборот. Но просто многие люди, понимая определенные процессы, у кого-то времени нет, у кого-то желания нет, у кого-то возможности нет. И они просто молчат. Они все понимают, но их не видно. А те из них, кто все же оставляет свой след и говорит какие-то речи, комментарии, выкладывает, может быть, какие-то даже разоблачения на разоблачения, то этим людям тоже честь и хвала, потому что да, как раз они делают ту работу, которая необходима. Не зря есть поговорка, что самые большие преступления творятся с молчаливого согласия обывателей. Да. И вот в этом отношении Донбасс очень такая характерная конгломерация людей, которые не молчат. Потому что когда устроили Майдан, да, это не Одесса бендюжная. Те поднялись. Я хорошо знал ребят, которых уже, к сожалению, нет многих в силу ряда обстоятельств. Ну, в основном подлости и предательства. Они настоящие. И там говорят, Россия нет. Ну, не Россия была. Да, Россия потом стала помогать все, ну, изначально нет. И они не отмалчивались. И во время Великой Отечественной войны не отмалчивались, потому что там потом и живых никого не было. Завозили целыми деревнями людей туда. Делали дело. Не молчали, выступали. И вот даже когда в Луганске там появился насильник, там, серийный маньячок такой, так его не московские бригады следователи поймали, там бригады прогнали, там такие эти Шерлок Холмсы, там лазеры. Дедушка с бабушкой по 70 лет подловили, лопатой отходили, в милицию доставили. Нигде ничего подобного не было, там так. Поэтому для того, чтобы не быть молчаливым обывателем, надо иметь, наверное, что-то в характере такое. И вот те, которые люди участвуют в проекте, их нельзя отнести к молчаливым обывателям. Это люди с четкой позицией, пониманием и с великой верой в других людей. Потому что без веры в других людей никогда не сделаешь, потому что всегда посчитаешь, а ведь обманут. А ведь обманут. Ну, такое тоже ведь может быть. Да, даже если люди не хотят обманывать, но это вот как застройщики, ну, посчитали, сделали там.
А им, ну, деньги собрали, строить. Что, они все виноваты? Да нет, разрешительная система как навалилась. А у них бюджет уже сложен. Придавили, говорят, либо так, либо не так, да? А как? И не докажешь, не виноват. А потом кто? Виноват. А у него один путь бежать. Да, как бы по факту-то, а что он может сделать? Да, ничего не может сделать. Да. Да, но когда берешься за такие дела, всегда надо понимать, где ты, с кем и как. Иллюзию себе не строить. Предлагаю перейти к ответам на вопросы, да, зрителей. Расскажите про способ получения наноалмазов с помощью плазменного комплекса Горыныч. Так понимаю, основанного на эффекте кавитации. Нет, то берете, промываете хорошо горелочку, заправляете ее спиртом. Вот. Потом берете водичку. Спирт только на настоящий, потому что вот, сразу, коллеги, предупреждаю. Медицинский спирт, 90 там их много десятых, это неправда. Потому что часто с этим сталкивались, заправляем пламя окислительное и так далее, спиртометром меряем, а там 40-30. Для инъекции хватит. Поэтому лучше даже брать технический. И вот удивительно, но я раньше перцовочку делал, да, я брал технический спирт. И голова не болит. Потому что он чище, чем который в магазине. Вот, заправляйте этим спиртом, хорошо промоем. Вот, потом воду добавляете, ну, стаканчик с водой, емкость. Добавляете немножко, несколько капель спирта. Вот, и потом плазму вдуваете прям в воду туда. И вот ну, в процессе потом сконденсируется часть спирта, а так вот на атомах спирта, когда плазма там и воду выпаряет, и все, вот образуется затравочка, и на ней формируется наноалмаз. Но помимо наноалмазов, там еще формируются фуллерены. Это алмазоподобные вещества, и некоторые даже нитеподобные. Поэтому все очень просто на самом деле. А алмаз вот на поверхность как? Берете поверхность прогретую до 300-500 градусов металлическую, очищенную. И тоже на базе спиртов дуете. Но только надо соплот ставить не для резки, а для сварки, где более спокойное стечение плазмы. И вот продуваете по этой поверхности. Идет конденсация углерода с образованием алмазной пленки. Также можно и кромки ножа обработать, и потом заточить, скальпели делать. Все очень просто на самом деле. Нет там ничего как-то такого волшебного или сногсшибательного. Мы сами даже удивились, когда это, ну, получили. Дальше в черноголовку отдали, ребятам занимайтесь, потому что это не наш профиль. Можно было этим заниматься, но у нас с вами задача более масштабная. А этим должны заниматься те специалисты, которые вот в этих отраслях работают. И, кстати, сказать, мы добавляли наноалмазы, эти самые, материалы, ну, в растворы, гальванические растворы для покрытия цинком и так далее, для снятия напряжения. Вы знаете, очень интересный эффект. Очень интересно. Но самое интересное, была мысль сделать, что выращивание фуллеренов, все же знают же углеволокно, да, там, графен и так далее. Это углеродные трубки. А теперь представьте, алмазоподобные. Фуллерены, да, тоже же вот эти вот трубки графеновые. Как графен, только из алмаза. Гибкого, алмазоподобного. Они же гибкие. Многообещающие технологии. Да, ну, это вообще чума. Во-первых, она не электропроводна. Во-вторых, прочность и характеристики совершенно другие. Графен отдыхает. И эту технологию можно сделать. И у нее перспектива колоссальнейшая, просто колоссальнейшая. Вот, пожалуйста, вам проект, да, но опять-таки это вот, мы попробовали, сделали, но оно не проработано до такой степени, чтобы можно было заняться коммерциализацией. Следующими этапами можно было бы.
Здравствуйте, есть два вопроса. Первый. Когда переедет оборудование для автоматизированного изготовления двигателей из Китая? Скоро. Четкий. Ждем. Быстрый ответ. И второй. Новые арендованные помещения находятся в охраняемой зоне или нет? Да. Но достаточно для того, чтобы обеспечить сохранность оборудования. Поэтому вообще Зеленоград, то он сам по себе хорошо охраняемый город. Весьма. В отличие от других. А учитывая, что объект, в котором мы находимся, Панфиловский проспект 10, это не ИТН, научно-исследовательский институт точного машиностроения. И значительной части площадей здесь арендуются предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Ну и, наверное, видели, видео снял один из партнеров наших, инвесторов, он попытался самостоятельно попасть сюда. Он даже не нашел, как это сделать. Ну, там он нашел рум, где там, да, он туда попал, но на площадку Алабышева он там пытался попасть, не попал, пытался запустить квадрокоптер. Ну, что из этого получилось? Он считает, что ветер... Нет, там не ветер был виноват, там система установлена, которая, в принципе, квадрокоптеры теряют управление, там глушилочки стоят, и там не полетаешь. И дальнейшим владельцы могут терять квадрокоптеры. Не потерять, но мало того, там периодически запускают другие, которые могут ваш квадрокоптер превратить в кучу хлама. Поэтому, коллеги, не рискуйте понапрасну. Если хотите, то лучше свяжитесь. Официальных способов связаться много. И по возможности определимся. Целесообразность и возможность, допустим, попасть, снять или еще что-то. Так не рискуйте. Потому что еще учтите, что это объекты охраняемые. Можете попасть в историю неприятно. Следующий вопрос. Для проверки каких параметров используется нагрузочная машина и как подбирается по пиковой мощности электродвигателя? Какие параметры? Все параметры снимаются. И механическая характеристика, и коэффициент полезного действия в зависимости от нагрузки, и сопротивление, и индуктивные сопротивления, и реактивные токи, и вращающие моменты. Все снимается. Как подбирают машины по нагрузкам электрические, зависит от характера нагрузки. Потому что есть вентиляторная нагрузка, есть насосная нагрузка, есть нагрузки на станках металлообрабатывающих, ну, допустим, есть в перфораторах, там, клепальщиков и так далее. Везде разные нагрузки. Поэтому для каждого характера нагрузки методика подбора двигателей своя. И ведь... И поэтому то большое такое количество исполнений, что больше 10 тысяч разновидностей. Потому что вот есть двигатель, допустим, 5,5 киловатт, 1500 оборотов. Ну, казалось бы, все нормально. Но он может быть обычным исполнением, а может быть с повышенным скольжением. Может иметь повышенное сопротивление ротора для того, чтобы обеспечить максимальные пусковые моменты, но меньшую кратность. А может, наоборот, иметь колоссальнейшую перегрузочную способность и так далее. Поэтому двигатель внешне одинаковый, но характеристики его абсолютно разные. Поэтому для подбора надо знать характер нагрузки, а дальше уже подбирать двигатель. Но это задача очень разноплановая. Достаточное количество комментариев о том, что в начале передачи можно было бы открыть кирпичный завод, и так до инфаркта недалеко. Не пугайте так больше. Ну, можешь пошутить, коллеги. Вы понимаете, дело в том, что... Ну, надо, вот, поверьте, иногда, как без юмора в этой жизни нельзя, потому что вот, проблемы, задачи и все то, что решается, ну, вот, да, это работа, но мы же с вами не только работаем, мы живем, мы обычные люди, да, вот. Но некоторым очень хочется нашим... как эти говорили, партнерам, коллегам, которые на самом деле сейчас
Противниками названы, или как они эти самые? Ну, Чехия и Соединенные Штаты. Как назвать-то? Ну да, ну вот эти самые, да. Но они же ждут, ну, наконец-то там проект загнулся, либо что-то произошло и так далее. Вот они же сидели, наверное, слушали с таким, ну вот оно, мы же говорили. Опять не срослось. Ну, можно ж потрунить над ними хоть немножко, над этими людьми. Да, они могут вырезать там, монтаж какой-то коллаж сделать, ну, флагом в руки. Какие электромоторы будут выпускаться на арендуемых площадях? Тяговые или общепромышленные? И какова будет их отпускная цена? От и до. Ну, это же зависит от двигателей. И там же мы же говорили о том, что это будут установочные партии. А если эти двигатели востребованы для их серийного производства, надо создавать заводы. Это естественно. Поэтому... Вот если сейчас мы поставим оборудование, мы установочные партии выпустим, и таким образом мы покажем, что эти двигатели можно выпускать с помощью обычного оборудования. Обладают они такими-то характеристиками, тут уже проще говорить. А то суровый челябинский мужик с чугунной головой или еще чем-нибудь там прилезет с очередным бредом каким-нибудь, а у меня опыт там. А у меня это, а у меня то, у меня все, у меня пятое, десятое, и доказываем. Чтобы вот этот весь балаган прекратить, и нужно производство установочных партий. Потому что столько фигни всякой не слушают. Просто тут как-то бесполезно. И надо понимать, что если у тебя, допустим, ну, не получается с женщиной, то, наверное, проблема у тебя, а не у женщины, да? Или же еще чего-то. Да. Раз попробовал, два попробовал, не получается, обратись к соответствующему профильному специалисту, он тебе поможет. Правда, ну, тем, кому мешает, суровым челябинским этим парням, им, наверное, там болгарочка, шлифовальная машинка больше поможет, которой мы, кстати, сейчас занимаемся. И ей в том числе, вернее. Сколько денег еще нужно собрать, когда ожидать официального закрытия финансирования? А вот это врать не буду, я даже сказать не могу. Потому что точную сумму мы будем знать тогда, когда мы все это построим и сделаем. Потому что все так динамично меняется. Вот сейчас нам пришлось собрать все, что было, и проплатить авансы только для того, чтобы не заказывать потом, когда цены на металл вырастут. Опять-таки мы стали в такую серьезную ситуацию попали, но благо обошлось это, но надо было собрать все средства, финансы, для того, чтобы проплатить авансы, для того, чтобы там сейчас начали изготавливать, и предприятие не только не стояло, но еще и использовало те материалы по тем ценам, которые вот сейчас. Потому что вы же видите, наверное, слышите, что происходит. На рынке цветных металлов. А это оборудование климатическое, оно как раз нам потребуется. Вот здание закроем к осени. Поэтому там, где мы можем, успеваем вырвать по прежним ценам, мы это делаем. Потому что очень все нестабильно. И любые там вот какие-то политические дрязги, они тут же почему-то отражаются на ценах. Я не знаю почему, но по логике вещей это не должно происходить. Но тем не менее, каждый старается накрутить как можно больше. И оправдывать, как говорят, почему цены на бензин растут? Да цены же на нефть упали. Почему цены на бензин растут? Так цены на нефть выросли. А говорят, политика не влияет. Да, поэтому, коллеги, мы не боги. Мы не обладаем возможностью, там, у нас нет машины времени улететь куда-то. Но когда мы считали, рассчитывали в 2016 году, потому что рассчитать такой проект за 5-10 минут, сесть так пальцем в небо, не получится. Да? Это было одно. Сейчас это другое. Я постоянно сколько говорил, что, коллеги, мы когда стартуем,
Это исходя из этих условий. Что дальше вся ситуация будет меняться. Но никогда не было такого, чтобы, ну, курс доллара может там немножко опуститься и так далее, чтобы цены падали, либо не появлялись какие-то форс-мажорные условия. Это только в Советском Союзе в марте месяце объявляли понижение там, на товары народного потребления. И на материалы стабильные были цены, и можно было взять справочник, ЕНИР, такие книги были, да, и посчитать расценочки на работу. Можно было. Все было ясно, понятно, можно было рассчитать. А так мы его, допустим, рассчитывали, считали проект. Была одна ситуация. Потом ситуация другая появилась. И да, даже вот мы, нам должны были дать присоединение к сетям. Хрен они дали. Поставили дизеля, работали на дизелях. Да, можно было не работать. Ну, надо было работать. Соответственно, цена какая? Совершенно другая. И так далее. Поэтому все не так. И бетон приходилось греть. Поэтому и многое другое. И проекты переделывают. Чума. Просто. Но тем не менее. Там многократного роста, конечно, нет. Мы говорили о том, что там начинали от 40 миллионов долларов. Ну, похоже, это будет 50 миллионов. Хотя эта цена для такого объекта смехотворна. Может быть, чуть больше. Загадывать не буду. Но и с другой стороны, не надо опасаться, что вы там, допустим, в конце проплатили, что эти деньги там либо пропадут, либо они будут использованы, либо размыты. Ничего-то не произойдет. Потому что мы говорили, что первое, это оборотные можно нарастить, это даст дополнительную динамику. Потому что мы считали, там тоже оборотные рассчитывали, там исходя. А из тех возможностей, как сейчас открывается, что мы с этой задачей справились. Потому что всегда считается по минимуму, по максимуму, да, и реально планы, да, которые всегда ниже минимума. Да. Всегда закладываются. Но тем не менее, делаем. Вот, и ничего не пропадет. И если, допустим, будет возможность там какую-то часть финансов сразу же запустить в первые этапы строительства завода дополнительно и создать еще одну компанию, и уже в пределах этого, тогда вот эти деньги, они пойдут как первым этапом. А вот вопрос у многих возникает на этот счет. В случае запуска этих средств на первые этапы строительства, допустим, завода... Дисконт то... будет первый этап. Вот, а дивиденды будут позже? С завода, нет, что позже. После строительства завода, правильно? После его коммерциализации. Но это же будет, я так полагаю, не просто так, что взяли средства, перекинули, а, наверное, с согласия... Нет, это только согласие, это все согласовано будет. И так далее. Но и смотрите, опять-таки, дивиденды. Смотрите, вот люди, зашедшие на первом этапе и на последнем. Эти люди 4 года ждали, а эти через 3 месяца. Ну, те, кто дисконты и так далее. Но если вы переходите сюда, то у вас то дисконт будет больше. Это первое. И второе, уже не надо, как мы на ПКТБ делали проект, потому что оно есть. Перечень оборудования, разработки, поиск, кому, как заказывать и так далее. Это уже все есть. Отладка оборудования будет происходить в ПКТБ, а сюда забрасывается. И продукция, которая там будет делаться, это продукция уже завода. То есть, предположительно, сроки создания такого объекта... Совершенно другие. И дело в том, что уже элемент доверия совершенно другой, и плюс протоптали очень много, и нас уже узнали все в этих органах, и уже... Есть понимание, что мы себе представляем, и что с нами надо, можно работать. И вот такого топтания уже не будет. Пробивание лбом бетонных стен – это уже другая картина совершенно. Поэтому я не думаю, что тут. И при этом ну, кто-то в этом случае проиграет. Нет. И при этом надо понимать одну простую вещь. Мы же это строим не для того, чтобы просто нам нравится это делать. Мы тоже хотим получать прибыль и участвовать в этой прибыли. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы
максимально. А вот я участвую в этом проекте как? Через АСЭПП, как учредитель СПП, а АСЭПП учредитель Совалмаш. Поэтому я там тоже буду свое иметь часть. Да, равно как и другие сотрудники. Поэтому мы же с вами все в одной лодке. Все заинтересованы в развитии. Да, и в результате. Так. Дмитрий Александрович, а в новое помещение лаборатории будет перенесена большая нагрузочная машина? Для чего будет это помещение? Это помещение нужно по требованиям техники безопасности. И не только. И туда будут вынесены оконечное устройство измерительной системы и персонал, имеется в виду оператор, который проводит лаборант. Там будут те сотрудники, которые будут производить измерения. Они будут находиться в защищенной зоне. Потому что шутка шуткой, да, ну как в каждой шутке доля шутки, когда проводят измерения, тепло выделяет же не только машины, но и люди. Конечно. Даже это... климат-система стоит. Да. Люди же тоже выделяют. Вот три человека там находятся, да, это, извините меня, как теплоотдача с двигателя с хорошим. Хорошее замечание. Есть выражение «невежество всегда настойчивее, чем знание». Да. Комментарий. Хотелось бы услышать новости про будущее производства, закупленные станки, а не размышления Дмитрия Александровича Дуйнова самим собой. Ты не слушайте, Господи. Что вы про те станки хотите узнать? Станки как станки, поставят, будем мотать. И еще что хотите услышать? Марку, тип не скажу. Где брали, тоже не скажу. А зачем? Размышления. Не задавайте вопросы, размышлять не буду. Вчера вышел ролик, где говорилось, что установочная партия будет в месяц около 12 тысяч двигателей выпускать. Вопрос дальше будет такой. Вопрос дальше будет какой-то простой для следующего заказа или каждый месяц будет идти производство? То есть каждый месяц будет выпускаться около 12 тысяч двигателей или будут простое для будущих заказов? Надеюсь, пометил вопрос. Не будут. Давайте опять плясать от печки от того, что я говорил. Это установочные партии. Оборудование это позволяет выпускать озвученную цифру двигателя. Это нужно для того, чтобы было четко понятно заказчику, что обеспечивает такие объемы производства. Это линейка. И он мог просчитать, сколько ему надо, если он хочет производить столько-то. Мы будем запускать, показывать, что это реализуется. И определенные партии выпускать и подтверждать качество, потому что там же будет постоянно контроль, выборки, измерения, проверка параметров, стабильность и так далее, технологическая. Потом эти двигатели будут реализовываться через наших дилеров, через наших партнеров. Вот, но это оборудование предназначено не для серийного производства, а для производства установочных партий. И ПКТБ не затачивается на серийное производство. Поймите правильно. Наша задача – разрабатывать двигатель и ставить его в производство. Отрабатывать технологии. И уже все это вместе продавать заказчикам. А не серийным производством. Да, это оборудование позволяет делать такие объемы. Но теперь представьте такую простую вещь. Взяли помещение. Поставили оборудование, да? Извините, либо я тупой, что-то не догоняю, либо одно из двух. Да, это оборудование позволяет переработать, но теперь представьте, какой объем занимает 12 тысяч двигателей, а с учетом того, чтобы работать надо с запасиком, да? Это сырье и готовая продукция перед отгрузкой. Какое же нужно помещение? И где это делать? Вы же прекрасно понимаете. Мы делаем сейчас этот участок для того, чтобы сейчас уже начать отлаживать, обучаться и первые же разработки делать, ставить технологию для того, чтобы можно было уже предлагать продажи.
для того, чтобы ускорить момент получения дивидендов. Но, и опять-таки, для того, чтобы мы воспользовались налоговыми льготами, все это должно происходить в Алабышу. Поэтому мы стараемся сократить dead time, вот это вот время между и результатом. Не будем мы заниматься производством здесь, потому что нет никаких возможностей для этого производства ни складировать, ни персонал. Это же людей надо нанять сколько? Это же оборудование должно работать то не в одну смену. Конечно. Склады и все это. Это нереально. Вот там можно запустить и полным циклом сделать в Алабыше уже, когда все будет построено, там можно будет сделать. Здесь это нереально. Ну вот вопрос, касающийся этой же темы, а какое количество двигателей в установочной партии? Да, это по требованию заказчика, сколько вам за счет необходимо. А будет ли закупаться еще линия для производства уже непосредственно на территории ПКТБ? Да, либо... будет. Потому что на этом оборудовании не все габариты можно. Это 100-й, 112-й, 132-й, на 90-й можно. А все остальные там уже другое оборудование нужно. Но вопрос в том, что мы сейчас вот с этими габаритами отработаем, и потом вместе с технологией это оборудование продадим. А под другие приобретем уже. Но для этого нам надо отработать эти габариты, эти исполнения и так далее. А у нас сейчас вот более 50 НИР, ОХРА, вернее, ведется по этим машинам. Это очень большая цифра. Ну да, но из 10 тысяч это капля в море. Тоже верно. По поводу 25 числа комментарий. 25 мая у меня день рождения. Будет хороший подарок. С приближающимся, ну, поздравим. Видите, оно все в жизни не случайно. Значит, так должно было быть. Здравствуйте. Есть печальный опыт по акциям. Когда наш завод разваливали путем дарения акций и рейдерский захват. Будет ли какая-то защита от подобных махинаций в настоящем? Спасибо. Ну, я уже говорил, что я в свое время занимался антирейдерством. У меня было предприятие, одно из предприятий, ну там всякие эти структуры были, но в том числе одно из предприятий, которое вело реестры акционеров акционерных обществ. Поэтому для захвата предприятия необходимо было иметь доступ к реестру. Ну и обеспечить внесение записи изменений в реестры. И вот когда появлялись желающие произвести захват предприятий, реестры, которые мы не держали, можете себе представить, какие методы применялись для того, чтобы этого достичь. Наверное, не сложно себе представить, да? И дело в том, что ни одно из этих предприятий, пока я этим занимался, захватить не удалось. Несмотря на то, что в захватах принимали участие конкретные в натуре пацаны, парторга Кучмы, его зятек, там, Продан, Пинчук. Ну, Пинчук — это его зять, а Продан — это начальник НКР, независимой комиссии по регулированию энергорынка Украины. И вот это Шалман, это Шобла, со всеми своими структурами, ну, естественно, не стеснялась в выборе средств и методов. Поэтому понимание процессов есть. И значение и понимание, каким должен быть депозитарий, кто будет вести реестр, держателя реестра, какие требования к нему надо предъявлять, я, конечно, хорошо знаю. Не понаслышке. И не дай бог вам кому-нибудь пройти и приобрести этот путь. Никому не пожелаю. Комментарии вырваны из контекста, поэтому, наверное, я... Давайте.
Обезличенные цифры являются инвестором и партнером проекта и беспокоятся о защите прав. Собственно, пользователь с ником 123, за что вас и благодарим. Спасибо за участие. Ну, дело в том, что 123 часто оставляет комментарии под роликами. Ну, комментарии деловые по делу. Вопрос. Где можно купить скутер с мотором Дуюнова? Нигде. Насколько я знаю, Виктор Арестов. Нет, у нас нигде. А, здесь, у нас, да. В Китае можно, но не с мотор-колесом, а с мотором DA90, DA100, DA112. Скутеры и мотоциклы. Ну да, здесь тоже уточняется, да. С мотором. А вот с мотор-колесом нет. Пока нет. Кстати, мы сейчас проверяем очередную технологию, которая приблизит нас к производству, к возможности производства мотор-колес, потому что сделать опытные образцы — это одно, а поставить серийное производство — это совершенно другое. Вопрос от зрителя из социальной сети ВКонтакте. Доброго времени суток. Доброго. Когда можно будет продавать доли? Ну, это к Solar Group. Эти вопросы, потому что по внутренней бирже, по всем остальным, это не ко мне вопрос. Это в их компетенции. На самом деле количество вопросов подошло к концу, поэтому час эфирного времени также подходит к своему логическому завершению. Если сегодня... Удивительно, но сегодня вебинар короткий. Спасибо за вопросы, спасибо, что пришли. Хорошей погоды вам, хорошего настроения, удачи. И пусть самое лучшее все у вас будет впереди. А все невзгоды, чтобы старость прошла. Спасибо, до свидания. До новых встреч.